Привет, ребята! Вы на канале Денплей, и сегодня я снимаю реакцию на пришельцев. Реальные пришельцы, снятые на камеру 2017 года, ребята. Я начинаю снимать реакции, челленджи, если хотите, там, например, челлендж... Не засмейся челлендж, не заплачь челлендж, попробуй не подпевать челлендж. Также видео будут выходить с вебкой. Сегодня я решил без веб-камеры сделать. А если хотите с вебкой, то будет с вебкой. Не хотите с вебкой, не будет с вебкой. Так что, ребята, вот, ребята. Я нашел такое видео. Довольно-таки хорошее. Ну, говорят, как бы там лайки, дизлайков много. Но это, ребята, не очень так важно. Так что, ребята, давайте. На полный экран делаем и смотрим, ребята, это видео. Погнали. Оно идет 11 минут. Так что давайте начинать. Все, ребята. Как тут же я сразу вот увидел... Ну, так уже началось видео, я поставил паузу, там сразу какой-то... Ну, давайте вообще начинать, ребята. Мы видим, какой-то чувак идет. Так, идет. Размытое качество просто класс, ребята. Качество, я не знаю, какое... Так, реклама, блин, лезут, ребята, так. Это что такое там? За голова какая-то или чё? О, оно встало. Ребята, вы видите, ребята, это? Просто посмотрите на эту голову. И самое главное, ребята, то, что здесь... ну, я не думаю, что это монтаж. Ну, как-то не выглядит, что это монтаж. Так все размыто, ну, пришелец, прям видно четко его. Ну, блин, ну, это тоже как-то прям камера наводена на пришельца. Ну, ну, просто шедевр, да. И, кстати, вы верите в пришельцев? Вы видели там, например, там НЛО, там какие-то летающие тарелки? Я лично видел, мои родственники видели там. Напишите, или вы видели, например, хотя бы какие-то летающие объекты неизвестные? Или же вы видели вообще живых пришельцев? Я лично нет. Ну, давайте, я не буду на паузу видео ставить. Погнали дальше. Так, что у нас тут? Так, погнали. Какой-то пришелец. Голова у него кругленькая. С каким-то глазами. Это не глаза и... ну, и просто посмотрите. Он смотрит в ту сторону. Влево смотрит. И что? И влево смотрит и прыгает, так понимаю, да? Да. Он прыгает, у него башка большая, ребята. Ух ты, дальше какой-то заброшенный дом или что это, я не знаю, ребята. Так, прикольно, дайте я чуть потише сделаю. Ну, прикольно. Так, давайте вот так. Это что такое, прозрачный? Или мне кажется... Да, он прозрачный, он на полупрозрачный, ребята. Так, ну это прикольненько. А ну-ка, ща, я хочу на нее посмотреть. Смотрите, вон обведено красным овальчиком. Ну, красное, короче, красным обведено. Вот, смотрите. Вот, смотрите, он посмотрел на него и убежал вроде бы, да? Нет. Вон, смотрите, какая у него голова. Ну, не знаю, ребята. Ну, мне... и везде снимает. Просто идет и снимает домик свой там. Да. Ну, и все, и камера вниз уходит. Что? А, это то же самое? Мне что-то послышалось, я не знаю. Ого. Ну, посмотрите, ну он на полупрозрачный, это не четкое видео. И все, и камера просто офигенного качества тоже. Ну, я имею в виду качественное видео, конечно, очень, да. Ну, это я не на паузу поставил, ну все, ребят, так что это уже второй видеоролик. Обратно лес. Обратно он снимает, гуляет по лесу. Да, ух ты, ух ты, ух ты. О, что? Что? Вы видели, ребята? Это вообще смешно. О, какой я пришелец. Он четко. Вот это уже нормально, ребята. Качество хотя бы чуть-чуть. Хотя бы четко видно. Ну, ребята, ну это с какого-то фильма, мне кажется, ребята. Про... Что это такое? Что это за человек? Это какой-то, ребята. А, не. Это какой-то... В смысле, это похоже на динозавра голову какого-то. А, ребята, это вообще смешно просто. Для меня это вообще не удивительно, а смешно. Ну, прошлый видеоролик давайте сейчас перемотаем чуть-чуть. Вот этот вот сюда.
Я хочу еще раз посмотреть, ребята, просто. Посмотрите на него. Ну, маленький такой, коротконогий пришелец. И обратно он похожий на того пришельца, который был в самом начале. За камнем прятался. Ну, ребята, мне что-то не очень верится, но... Особенно вот этому видео сейчас, которое будет. Ну, это было смешно. Это какой-то голый человек, мне так кажется. Ну, посмотрите, ну это же так смешно, ребята. Ну, посмотрите. Ну, я не могу просто, когда на это смотрю. И оно убегает на крышу. Ну, что это такое-то? Что это за существо? Какое-то длинное, то маленькое, то маленький пришелец, то огромный какой-то длинношеи. Ну, не то, что длинношеи, а не то, что длинношеи, а просто какой-то. Ну, он смотрит на него и смотрит, да. Ну, все, давайте смотрим дальше, ребята. А, капец. Ну, это смешно, на крышу побежала, главное. Телепортнулся. О, ага, да. Ну, посмотрите, он похож на какого-то динозавра. Не знаю, мне лично, ребята. Но он смотрит на него, вон глаза, видите, такие овальненькие. Или что это такое? Ну, ребята, короче, верьте, не верьте, но я не очень, ребята. 50% я верю, 50% нет. Да. Ну, ребята, ну, смешно, да. Ай, блин. Ай, блин. Ну, то вообще, ну, блин, ну, короче, все, проехали это. Давайте уже, заканчивайте вы. Он прыгает на крышу. С каким, ну, блин, что это такое? А ну, давай, прыгай на крышу, ты давай уже, побыстрее ты. Ну, там хватит уже. Короче, зачем это смотреть? Ну ладно, давайте посмотрим. Оно телепортирует. Нет, оно прыгает. Ну это захватит уже, ну этого. Этого пришельца смотреть-то. Все, ребята, новое уже пришелец. Какой-то сейчас будет. Я тут не вижу пришельца пока есть. И где пришелец? Ну, где пришелец-то? Что? Да, там кто-то был. Я тоже что-то четко не увидел. Тоже качество просто круть. Качество, да. Это специально, ребята, качество такое сделали, чтобы как бы более мистическое было так. Все, да, я так понял. Нет. Так где пришелец? Ага, вон. Ну, это не факт, что это пришелец, народ. Ну просто. А, нет, это пришелец. Да, все-таки четко видно его. Дальше обратно. Гуляет по лесу. Ну задолбали уже вы по лесу гулять. Че, в городе нету пришельцев? Так, пришельцы. Не надо в лесу прятаться, потому что вас там всегда будут палить. И вас просто запалят, ребята. Ну, это я вам пришельцам говорю. Если они это видео смотрят. Конечно, да. Так, где пришелец-то? Покажите. Ну, где пришелец? Ну. Ну, и что? Я видел что-то. Ну, нечетко. Ну, блин, ну, качество просто... Просто. Нету больше... Нету лучшего качества в мире этом. В каком это году вообще снималось, я не могу понять. Какой-то ютубер взял, объединил эти все видео. Но это не он сам снимал вот это, что видео выложил это. О, там что-то было. Вон стоит, ребята. А, вы видели? Вон стоит, ребята. Вон стоит. Ну это человек. Это вообще, возможно, не пришелец-то. Как, ну блин, я не понимаю. У меня вообще тут это более, ребята, сомнения появились, что это правда. Ну не, ну тут видно, что да, какой-то головастик какой-то. Головастик. О. Дальше какой-то уже не лес. Слава богу, не лес снимает. Какое-то село. Какой-то дворик. Сарайчик. О, пришелец на мотоцикле? Нет, нет, это человек. На мопеде поехал. И что, там никого нету? Вон, вы видели, ребята? Вы видели, там кто-то шевелился только что в скале. В пещере. Ух ты, у них пещеры даже есть, да, вообще, просто, да.
Вон там на мотоцикле, на мопеде кто-то поехал, а вон там я вижу, там никого нету, что ты там приближаешь-то? Вон, ребята, смотрите в уголок, вон там, сейчас, да, вон что-то движется, но... И обратно же говорю, не факт, что это пришелец. Ну, и чем ты докажешь, что это пришелец? Возможно, это какой-то человек головатый. Возможно же такое? Возможно. Ну, не знаю. Лысый, головатый человек. Ну, даже ребенок сказать. Что бы ни было. Качество просто крутое, да? Мне кажется, что это снимал один какой-то человек. Ну, ребята, я не верю этому. Да, я верю, там... Что здесь? Ну, где тут пришелец? Что это вообще? Он город снимает? Это вообще как бы он едет на мотоцикле вроде бы. И что здесь? И что там? Что здесь? Ну, я не вижу пришельцев, как бы я не вижу. А, что это вообще такое? Что это он снимает, ребята? Это вообще какая-то жесть просто. Это... Ну, где тут пришелец-то? Хотя бы обведи ты красненьким. Он перебегает дорогу. Я что-то не вижу. Потом два. Ну где же пришелец? А, вон, что-то видел. Что-то я видел, ребята. Что-то вон тут, вон там. Где свет яркий. Туда смотрите. Возможно, вы увидите тоже. Вон, смотрите. Вон, где стрелочка, видите? Он телепортнулся, ребята. Вы видали? Он телепортнулся как бы? Он с космоса, с неба. Как бы это, давайте еще раз посмотрим. Вон, смотрите, ребята. Вон, какой-то свет, и он появляется. Вон он, видели? Ну, это, ребята, ну, прикольненько. Монтаж, я думаю, такое нельзя сделать. Но, ребята, я все равно, ну, верю, 50% верю. Ладно, нет, давайте 60% верю. 40 не верю, потому что монтаж такой, я думаю, не сделает. Ну, качество тоже такое же самое. Вон, видели? Не, ребята, давайте рассуждать логически. Если мы видим, ну, я лично видел, на небе какие-то там тарелки, там всякие, в общем, там, ну, как бы, летающие всякие там, ну, не знаю, короче, как это вам сказать, ну, всякие там... Не самолеты, а видите, там, например, треугольник летающий. Например, я такое видел. Если пришельцы... Ну, я знаю, что пришельцев все люди видели, как бы они летали. Но если они летают, так что они и сами существуют. Ну, логично, ребят. Если мы видим в небе какие-то там летающие тарелки, там летающие всякие штуки, ну, всякие корабли инопланетянские, так что они сами существуют. Ну, я так думаю, ребята, ну, ребята, давайте дальше смотреть, в общем-то, еще немного осталось. Ну, как бы вы поняли, это видео посвящается пришельцам, да. Пришельцы рулят. Так, погнали дальше, давайте, что тут за видео? Ну, мне это видео понравилось, которое только что было. Мне оно даже так, ну, больше понравилось. Ну, самое лучшее видео, мне кажется. Которое ты... Ну, и реально, он заснял его случайно, потому что у него... Сейчас. У него просто был на мотоцикле камера, как бы прикрутил камеру там к мотоциклу. И он ехал себе, дорогу снимал, и вдруг случайно он заметил такое. Ну, так что это верю я, ребята. Это я поверил этому видео, которое было только что. Что насчет этого видео? Давайте посмотрим, где пришелец. Так, где пришелец? Что?! Да вы видели, но этого, ребята, существовать не может. Просто спокойно. Блин, ну... Что? Ну, блин, ну это же нереально. Просто снимает какую-то заброшку. Он снимает просто, как будто... Он просто хотел снимать домик заброшенный. Просто хотел снимать его. Ну, что-то мне это мало верится. И вдруг там и пришелец снялся на камеру. Ну, блин, ну это нереально, мне кажется. Ну, просто себе идет спокойно, ребята. Идет себе пришелец спокойно. Ни на что не обращает внимания. Просто идет себе спокойно. Как будто так и надо, понимаете? Ну, блин, ну, ребята, ну...
Мне это что-то очень сильно неправдиво как-то. Ну посмотрите, ну просто идет, посмотрел на него, главное. Идет себе спокойной жизнью. Думает, что ты тут делаешь, это наша планета, да? Ну, ребята, ну как хотите. Вы верите, возможно, я не буду вам там мешать. Вы верите. Не каждый человек верит там. Кто-то верит, кто-то не верит. Это я понимаю. Но я лично этому видео не верю что-то. Я, ну, под сомнением как-то. Но именно то видео, которое было перед этим, то мне понравилось, ребята. Или же это хороший монтаж такой, или же это правда. Вот я не знаю. Так, что здесь? Что здесь, ребята? Он едет тоже так само же. Он себе едет, едет. Кстати, это, наверное, последний видеоролик уже. И что там? И что там? Вон, пришелец пробежал, вы видели? Это, да, реально было или нет? Мне не показалось. Возможно, мне показалось. Ну, где пришелец? Покажи нам его. Вон, ребята, смотрите. Вон, видите? Бежит. Вон, да. Да, я это заметил сразу, ребята. Ну, так, короче, понятно, что ты нам тут дорогу пока, а? Ну, ладно. Ну, тоже что-то похожее, но не факт, что это пришелец. Возможно, это кто-то такой человек. Большоголовый и лысый. Ну, возможно. Так, погнали дальше. Так, о, последнее видео вроде бы, да? Да, последнее, наверное, видео. Так, и где тут пришелец там? Покажи нам его. Ух ты. Ну, тоже заброшку снимает, ребята. Ой, заброшки эти. Заброшенный частный дом снимает. И сейчас в окошко выглянет пришелец и скажет. Вы кто такие? Или же, конечно же, он выйдет с двери такой себе и скажет. Пошли прочь. Да, наверное, все так будет. Ну же, где? Это пришельца дом, зачем ты его снимаешь? Это дом пришельца. Вон, хозяин вышел на улицу. Ну, подышать свежим воздухом. Ну, просто подышать свежим воздухом вышел. Это же его дом. Ну, ты понимаешь, это его дом, этот заброшенный частный дом. Это его дом, вышел себе там покурить, вышел себе, да? Ну, я так думаю, ребят, ну просто смешно. Ну, я все это превращаю в шутку, короче. Ну, вышел себе такой подышать свежим воздухом. И раз увидел его, и тут сразу бежать, понимаешь? Все, ребята. На этом заканчивать будем. Закончилось видео, вот начинается заново. Но что я вам хочу сказать? Это видео, как бы, ну, были какие-то правдивые видео. А были какие-то ситуации неправдивые, так что кому верить, ну, не знаю, ребята. Так что вы ставьте лайк, подписывайтесь на канал, напишите, снимать мне видео с вебкой или же нет. А также напишите в комментариях, снимать мне еще там игры какие-то, снимать мне... Что мне снимать, напишите, да. Снимать мне реакции, снимать мне челленджи, напишите, ребята. Я буду ждать ответа. Ну, на этом все, ребята. Всем удачи, не бойтесь пришельцев, они, я думаю, не существуют. Всем удачи и всем пока.